Что вы скажете о сегодняшней поездке в Новоазовск? Блин, нормально, в принципе. Я так устал. Да. Вот, я себе левую булочку отбил, блин. Еще с Савона не зажила, я опять ударил ее. Что я вижу на твоем лице усталый? Видишь, не вот. Как тебе казалось. Тут цены, конечно, дороже, чем у нас. Да ладно. Немножечко, да, дороже. Мы немножко, короче, вал с бабочками ушли. Вот. Сэшу, привет, до свидания, покурякаем. Вот, мне очень понравилось. Узелок валил. Красава вообще, тип. Вот. Меня разочаровали ноурулзы, они мне не нравятся. Вот, они козлы. Они злые. Да, они злые. Они все время рычат. Ну вот. Что еще? Галима, напряги со светом были, просто ужас, да. Вообще. Пол Галимы. Пока диджея. Ну, вообще, дрожь. Пол вообще Галимы был. Я ударил сильно колено и локоть. Я потянул лопатку левую. У меня почка потянута, прикиньте, левая почка потянута. А еще я случайно его ударил. Да, он меня ударил, в кровь разбил мне кусок бедра. Скажу вкратце. Это был Новоазовск.